Так, друзья, мы с вами смотрим, что новенького добавилось. Сегодня 1 июня, это уже лето. Можно ли расслабиться летом? А попробуйте расслабиться. По всей стране, включая Украину, Казахстан, Белоруссию, прошли страшные заморозки. Они пришли сильно поздно, когда они приходят во время цветения, эти заморозки. Мы остаемся без урожая. Но когда они еще попадают, еще и позже, а позже это когда уже и цветение вроде бы прошло, и можно радоваться, а заморозки убивают листья в прямом смысле. А лист и почка уже не цветочная, а ростовая. Это одно целое. И вот уже ветки сухие, листья мертвые, и потери страшные. Официально заявлено, что уничтожение самой мерзостойкой культуры среди плодовых – это яблони. Средняя полоса России официально заявлена, слышали по центральному телевизору не раз, паника от 50 до 100%. Теперь так, значит, наши организации соответствующие, уже, нас вроде не касается, мы любители, но когда в магазинах варианты два исчезают яблоки. Это страшно. Все-таки вспоминаем север, вспоминаем тундру, вспоминаем рыбу море, мясо море, оленина, все что угодно. А людей вначале сыпятся зубы, а потом они умирают от цинги. Вот это цена овощей, фруктов, в том числе и яблок. То есть это очень плохо. Все начинается с того, что зубы сыпятся. Что такое зубы, вы знаете. Так вот, что делать, как жить? Ну, посочувствовать организациям, которые занимаются массовым покупкам за рубежом. И сейчас этим занимаются. Вот, а дачники тоже сильно пострадали. В меньшей степени, вы знаете, фильмы видели уже на эту тему не один десяток. К этих самых разных комментариев вы видели и слышали сотни. Самые надежные оказались сибирские, в частности железовские. Поэтому это имеется в виду семена, черенки, саженцы. Это факт исторический. Поэтому возвращаемся к каталогу. Ну, все начинается с семян, сами знаете. Ой, никогда не удивляйтесь, когда... Вы уже ничего не удивляетесь. Вот, например, что сказал агроном, который занимается продажей саженцев от имени Тимирязевской академии, когда мой друг спросил, а где ваш абрикосовый сад? А почему у вас это? Фотографии из интернета, в том числе железовские. Ответ был потрясающий. Нет у нас своих фотографий, потому что наши абрикосы не плодоносят. И мы потом с моим другом долго думали, ёп, а где же это самое, из чего они? Они что, фокусники? Абрикосы не плодоносят, значит, плодов у них нет, косточек нет, а из чего они абрикосы выращивают? Вот. На этот вопрос мы ответ не получили. Идем теперь дальше. Значит, какие изменения произошли в каталоге сада Железова? Значит, понятно, лето, понятно, закончилась продажа сертифицированных. 1 мая, июня, это уже лето, сами знаете. Вот, значит, надо запасаться косточками, ждать осенний урожай, да, он будет, там будет написано 24-й год. Вот здесь будет написано 24-й год, но к моему огромному вашему сожалению, ну сами посудите, сейчас мне можно купить по 15 рублей, а в этом каталоге сказано, что те сертифицированные шли по 25 и по 30, почувствовали разницу, 15 или 25 или 30. Вот. Давайте теперь смотреть, что изменилось и в чью пользу.
Итак, лето. Продолжаю сухие семена вот эти продавать. Значит, что написано? Ну, во-первых, пишите друзьям. Попал в руки каталог? Поверьте, вам хватит и друзьям хватит. Объявление из гостевой. Только для гостей сайта и канала Железова. Но если просто человек обратился, он получит по полной стоимости. А будет слово «гость», значит, наш человек. Тогда черенки. А, черенки, все. Черенки мы убираем. Видите, на ваших глазах. Все, лавочка закрылась. Завтра, послезавтра торжественное сражение невыкупленных черенков. Вот. А косточки абрикосов с любишен черешин и семян, какие остались, допустим, у сурийской груши семена остались. Вот. Они, вот та самая цена, скромная, 15 рублей за штуку. Абрикосы, сливы, вишни, черешня, семена. Это то, что сейчас осталось. Значит, абрикосы остались. Королевские, баи, воины, это супер сорта. Амуры, рыжие, мичуринские, сыновья манжурца. Серафим, Артема, сеянцы амуры, манжурцы, жердели. Сами уже не сыновья, а сами манжурцы. Это с дерева патриарха. Жердели, ассорти номер 1, ассорти номер 2. Номер 1 это самое крупное со многих деревьев. И номер 2 это наоборот эти самые смесь всех сыновей манжурцы. Тоже важнейшая тема. Сикателинцы. А еще есть косточки вишен, косточки черешин, семена груш уссурийских. Груши уссурийские. Так, груши уссурийские, манчжурские орехи. Так, скидка до июля. А потом, сами знаете, в июле уже начинается середины свежий урожай. Там цены уже, вот эту цену мне не удержать уже. Там начинается так называемое уже осеннее построение. То есть сейчас пока тишина, надо успеть купить то, что прекрасно вам сойдет. Даже вот эти. Подчеркиваю, даже вот эти. Так, проверяю, идет ли запись. А ну-ка, вроде идет. Так, теперь возвращаемся, где были. В каталог. Смотрим, что осталось посмотреть. Дальше, значит, все понятно. Вот этим сейчас торгую, но не только этим. Вот это вы прочтете, когда получите каталог. Тут очень много чего. И про обманы, и про мудреных соседей. Чего-то только нет. Тогда получается то, что я выделил. Читаю только то, что выделил. Цена определяется спросом, уникальность. Вот сейчас спроса нет, поэтому и скидка почти в два раза. Вот. Сочетание съедобности и морозостойкости. У меня даже манжурцы вкусные. Даже они. Вот. С 1 сентября и позже. Поняли? Вот это. Возможно, будет с 1 июля. Июля посмотрим. Это, так сказать, пока это, хватает мешки, вокзал отходит. И тогда будет абрикосы 25, супер абрикосы 30, то есть в два раза дороже. Персиковые косточки 100 рублей, сейчас просто, у меня их просто сейчас нету. Черешневые будут не 15, а 30. Орехи манжурские сейчас не 15, не 30. Сейчас они 15, будут 30. Вишневая 20 осенью, а сейчас 15. В общем, хватаю вокзал, в мешке отходят. Так, крупные заказы, 10% скидка. Закажите 500 косточек, получите 10%. То есть еще будет скидка, даже не 15, а меньше. Вот, 1000 косточек, семечек, 20% скидка. Что еще я продаю? Почему я затеял эту неплановую фильм? Сейчас поймете. Это обычное, так сказать. Сейчас это вас не касается, потому что вы еще не готовы покупать. Потом прочтете это, заказав каталог. Лучше всего, конечно, по WhatsApp. Можно на мой электронный адрес. Вот. Пока это пропускаем. Значит, книга «Северный сад». Осталось только электронный вариант. Бумажные распроданы. Раз. Вот.
Вот только электронная книга. Дальше. Записка зачарованного сибирского садовода. Осталось несколько штук. Я не преувеличиваю. Несколько. Вот. Кто захочет вместо меня получить Нобелевскую премию, я не получу ее по одной причине. Потому что у нас считается в стране это, одни дураки. Это не я придумал что. Вот. И фраза, что он, ну то есть со свиным рылом нам ловить нечего. А здесь Нобелевская премия. Но если разобраться, здесь или две Нобелевские, или Нобелевская плюс государственная. Купите 1500. Можете за 1000. Электронный вариант. Вот, видите? Зачарованный сибирский садовод. Есть электронный. И несколько книг осталось. Вот. И это ученые мне их не покупают, эти книги. Вот. Потому что принято считать, что ничего открыть нельзя. А здесь новое направление. Вот несколько мировых открытий. Вот. Это, да из любопытства надо купить. Неужели это возможно? Неужели у нас есть люди, которые способны еще что-то открывать? Вот. Ну и это, сами понимаете. Я в этом месте, вот эта книга, да, еще вот эта брошюра, вот, и еще вот это, «Садовод сады избранной судьбой», самое последнее, тоже 1500, электронной не будет, ни в этом году, ни в следующем, тут же украдут. Последняя, самая, считается универсальная книга, это уже энциклопедия фактически. Видели бы в энциклопедии, которую наши ведущие телевидения нас сочиняли. Господи, сколько лишних веток у дерева. И это название энциклопедии. Калечат, калечат, калечат. Энциклопедия и подпись, и еще и эти. Ладно, проехали. Так вот, значит, в этот момент, да, кто из вас вот эту книгу откроет, вот эту брошюру, вот эту книгу, пусть электронную, и эту я вам больше скажу. Ребята, на этом месте хотите, купите эту книгу для того, чтобы узнать, кинули вас, или впервые в вашей жизни оказалась книга, или книги, вот они раз, два, три, вот, или книги настоящие. Вы знаете, я часто сравнивал себя с этим, как ни странно, с Мюнхгаузеном, но не тем Мюнхгаузеном легендарным, а этим, который на нашем телевидении, на нашем этом, фильм художественный, где он представлен просто каждый день подвиг, каждый день подвиг. Вот у меня каждый день я такие подвиги совершал и родил сотни этих самых постулатов, то есть новое садоводство. Все это есть в этих книгах. Почему я говорю? Потому что всякое бывает. Вот был такой Хаджа Насреддин. Он смеялся над дураками, он смеялся над богачами. Знаете, да? Помните это, когда он учил осла читать? Вот. Книгу, настоящую книгу, причем священную книгу. Вот. И ему поверили, денег дали научить. А почему 30 лет надо на обучение? Потому что, оказывается, за 30 лет, как смеялся над ними Хаджа Насреддин, или шах умрет, который заплатил за это, за обучение осла, или он умрет Насреддин, или шах умрет. Вот это вот действительно народная мудрость. Вот. Но имеет ли она отношение к моим книгам? Сейчас поймете. Сейчас поймете. Вот. Сейчас поймете. Значит. Рассказывать этот еще один анекдот. Это многие обидятся. Или пока сказать то, что я хотел сказать. А, нет, все-таки скажу. Итак, Хаджа Насреддин, есть один сюжет в легендах о нем. Он там помогал нищей бабушке, у которой был облезлый кот. Вот, они купили на пару. А он был мальчишкой, они купили на пару. Вот. Значит, старый шатер. Прибили табличку, прикрепили, что здесь умный, нет, не умный, а редкий заморский зверь в клетке, кто хочет посмотреть, одна танька. Вот, и зашел туда богатый этот, не выдержал, любопытный этот, бухарец, толстый, сытый,
за плотинцем был, увидел облезлого кота, понял, что его кинули, но чтобы над ним не смеялись, никому не стал рассказывать. Вышел, толпа стоит, ждет, смотрит, а у него вид довольный вроде. Второй зашел, заплатил, зашел, понял, что он будет, над ним будут смеяться. Выйдет, допустим, скажет, караул, там всего лишь облезлый кот. Нет, промолчал. Это психология, чтобы над ним не смеялись. И так пока вся Бухара не исходила и не оставила по одной тайге, так никто и не выдал тайну облезлого кота, пока каждый не заплатил. Так вот, или в этих моих произведениях облезлые коты, или это новое абсолютно садоводство, абсолютно, включая парочку государственных премий, если нам уже это Запад стал врагами и Нобелевки не видать, или все-таки Нобелевка. Вот. А так как у вас впереди возможно это все превратить в реальные дела, то возможно вы, когда будете, друзья, кто из вас купит эту книгу, кто пройдет мой путь, но в 10 раз быстрее, поверьте, для создания новой детективной сорта нужно 5-6 лет, а не 30-40. Когда вы это сделаете, докажете, и будете стоять на трибуне, неважно перед президентом России или перед Нобелевским комитетом, главное другое, скажете, все решила вот эта книга. Вот так. И, наконец, последнее, что я хотел сказать, что звучит-то как название фильма. Что нового? А новое вот что. Вы знаете, что такое учебные диски. Вы их держите в руках. Так, у меня и сердцем на экране. Вот они, видите? Вот. И на этих 20 дисках уникальная информация. Это вся моя жизнь. Это все, что я сказал. Можно увеличить количество. Ну, не Нобелевских, ладно, бог с ним, раз это. Нас туда больше и близко не подпустят. А государственные премии, что тоже немаловажно и престижно, здесь их примерно десяток. Вот, здесь есть селекционное клонирование, здесь есть вегетативная гибридизация, но уже новое совершенно направление, это называется наследие ментора. Вот. Чего тут только нет. Все тут есть и приемы агроприемы, которые увеличивают морозостойкость, качество, а все до кучи, качество плодов увеличивает, качество саженцев увеличивает, значит морозостойкость плодов, косточек, черенков, все эти приемы новые, все отработано на тысячах экспериментов моих, так уж вышло, что я все это прошел. И теперь что? Эти диски больше у меня никто не покупает. Прошло с продажи последнего полгода. Все, значит, получается. И это никому не надо? Нет, это я жил за осталось жизни. Последнее письмо как было написано? Пришлите мне электронные диски. Вот, у меня даже дырки, так и написано, у меня даже дырки нет в этом самом компьютере, чтобы ставить диск. Ладно, сказал я себе. Тогда я написал, что брат мой Железов Юрий, он же компьютерщик, ну, впервые появилась возможность человека купить. Он все 20 купил, поддержал нас не морально уже, а физически. И тогда получилось так, что брат их перевел в электронные варианты. И теперь, пожалуйста, как говорится, как там это называется? Ой, нет, не туда, диски, железо. Ага, вот они, видите? То есть я высылаю в таком виде, их просто так не открыть, надо будет скачать. Вот, я и так уже интернет полон, то есть пиратскими копиями нескольких дисков, электронных книг и так далее, моих. Поэтому вот так это выглядит. Заказывайте 1 300, 2 600, 3 900. И так далее. То есть вот они, эти диски. Ссылки высылаю. Вот. Можете один, можете три, можете выборочно. А узнать, когда вы мне каталог закажете, да? Вот, смотрите внимательно. Каталог закажете. Информация о содержании диска, вот она. Представляете, здесь есть это самое, три диска.
Это весь мой... Вам не надо было ехать из этого, из Беларуси, из Украины, из Израиля, из этого, из Прибалтийских республик. Вот. Не надо было ехать в Москву на мой семинар. Вот. А люди приехали. Два семинара по 3 дня, полностью загруженные и лекциями, и этими, и знакомством, и всеми этими. Это было... праздник, волшебство, потом появились публикации, Железо поставил Москву на уши. Да, поставил, кроме ученых. Так это, ни одного ученого не было, вот, потому что они все знают. А все, что вы видите вот здесь, на этих дисках, этого не может быть никогда, значит, смотреть их не надо. Вот. А здесь те самые десятки государственных премий. Любое направление берите, я еще и помогу. А самое главное, чтобы это все стало реальностью за несколько лет, не за 30-40, результат. Ой, если бы знали это, откровение директора, бывшего директора ГСУ. Вот. Каждый день надо было вести запись. Вот день прошел, что? Вот растет дерево, ну и растет. Что изменилось за это время? Тут 3 листика съели эти самые жуки, еще 5 листиков съели. Эти гусеницы. А почему жрали? Да потому что не просто посадили дерево и дали ему возможность развиваться, как оно считает. Нет, надо его искалечить. Надо, чтобы оно потеряло иммунитет, заболело, чтобы тут же на него накинулись эти животные, все, что в животном мире есть, это в насекомом мире. Вот. А потом раз, приходит экстремальная зима, все мертво. Все мертво. Тут знаете, что есть? Вот тут вот диск этот самый, номер 4. Сотни моих статей. Сотни. Вот. И там в одной из них моя переписка с, на тот момент с крупнейшим ученым. Вот. Ой, фамилию. Ну, назовем, не назовем, а зовут его Александр Иванович. Не могу фамилию трепать, и все не могу. Вот. Который закончил свою статью в газете, обращаясь ко мне. Мы публично дискутировали. Валерий Константинович, присоединение вашего сада к нашему, он работал в этом, в Россоше, к нашему научной станции или любой другой, анахронизм советского времени. Так вот, ребята, все изменилось. Никакого, это я предлагал. Мне так хотелось Родине помочь. Теперь наоборот. Хотите, присоединяйтесь к моему саду, любую эту самую, вместе с учеными объединяйте, но уже под моим этим, как говорится, под моим чутким руководством присоединяйте ко мне любую станцию, а может и 5 станций. Вот так изменились времена, а то я клячил. Присоединяйте нас, самые у нас такие достижения, это все надо науке. Хрен там, вот тут вот диск номер 4, и тут эта статья, насчет это. А ну-ка, это не она. Ой, я сейчас она не найду. Или, а, долго открывается. Ладно, все, проехали. Давайте возвращаемся в каталог. Так, и что получается? Значит, есть электронные варианты. Это новинка. Это теперь вот здесь так написано. Вот. Сейчас покажу как. Есть электронные варианты. Пожалуйста. За 300 рублей, там их, по-моему, 150 или 200 статей, которые мои руки, везде моя подпись железо, понимаете? Вот, это бесценнейшая информация. Этими статьями зачитывались предыдущее поколение. Пока еще эти газеты были нужны, сейчас интернет победил газеты. Ну, что тут еще полистать? Привычные ножи помогаю другу. Продавать его самодельные ножи, ну, очень качественные. Вот они. Вот. И, наконец, тур закончился, закончился. Слова закончились. Сейчас я буду все убирать, готовить каталог следующего сезона. Но вот это все уже будет по 25, по 30 рублей. А пока возвращаюсь в начало. Пока 15.